Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. И сегодня ролик будет своеобразным мини-обзором среди недели, но на то есть свои веские причины. Итак, вчера, если даже по времени смотреть, около 24 часов назад, потому что вот первый комментарий был 23 часа назад, ровно сутки назад, у меня на ролике размещен был вот этот вот, на канале был размещен вот этот ролик, в котором я высказал свое мнение, что Refshare проектом, скорее всего, будет конец. И даже получил один дизлайк, правда не знаю почему, если вы не согласны, пишите в комментариях. Я никого не блокирую. Только если там ссылка стоит, вот тогда комментарии не проходят. Но любые нормальные человеческие слова вы можете оставлять в комментариях. Итак, сутки назад мне и очень многим, я так думаю, в интернете стало понятно, что PayPal уходит с Refshare проектов. И вот я недавно, где-то полчаса назад, пришел с работы. Сегодня такая картина на моей хваленой пятерке. Это у нас TrafficQuick. Закрываем. Мы можем видеть только здесь, в браузерной строке, их название и все. Adref Boost тоже закрываем. Rocket Refshare. По поводу вот этого Rocket, у меня вчера вечером были обсуждения с одним из партнеров, вот что с ним делать. Эти обсуждения уже начались дня три назад. Еще один наш участник Виталий подключился к этой дискуссии своеобразной, отписал мне, что у него на этих сайтах происходит. И, кстати, спасибо ему. Но откликнулся из всех участников только он один. Хотя и была сделана рассылка по внутренней почте. Он рассказал, какая у него там ситуация на всех этих сайтах. Ну и вот мы видим. Вчера так вот с другим участником, партнером моим, я так спросил его, у меня сейчас, ну, у него было на вывод, не выводилось. У меня, вы видели, постоянно все гладко выводилось. Ну, говорю, может поставить на вывод, посмотреть, что. Мы там еще другую схему разрабатывали. В общем, решили оставить. И вот сегодня вот это у нас Rocket Refshare. Это у нас AdSpy Pro. Кстати, здесь пакет был по $50. Это у нас от Кумала, ну, в который никто из нас, я знаю, поэтому видел в списке рефералов, никто ни копейки не вложил. Вот такие вот невеселые новости по вот этой пятерке. Аналогичная ситуация, не аналогичная, но вот эта ситуация, она происходит уже несколько дней. Вот админы вот этих сайтов, вот этой пятерки, того же, вот это у нас онлайн медиа Gold, тоже был мощный сайт дня 3-4, наверное, вот, нету его. Все админы как-то так втихую, мол, PayPal мы закрываем, выводим, там PayPal закрываем, переходим на другие платежки. И только один человек, даже вот такой мощный сайт, проект как Traffic Monson, просто его админ, там, мол, мы открываем свою банковскую карту, все такое, ля-ля фа-фа. Ну, и он тоже. И то сделал рассылку не всем участникам, мол, с PayPal уходим. И только один человек, Удай, вот администратор этого сайта, вот в этом ролике об этом говорится, вот в этом ролике, посмотрите. Напрямую сказал, что вот его сообщение как на сайте, так и в группе на Фейсбуке, что PayPal принял решение не сотрудничать с Refshare проектами. Четко и конкретно. Просто этот проект из Сингапура, штаб-квартира PayPal в Сингапуре. У него есть возможность
каждый день стучаться к ним в офис, да, вот будем говорить так, и сотрудники этой платежки тоже могут в любое время, когда им удобно, заходить в офис к админу, куда им. Поэтому у них есть договоренность, что вот в течение 2 недель PayPal какой-то свой план предоставит для продолжения работы проекта. До этого проект не уходит, но и не работает, вот этот My Paying Gods. Вот только он сказал, что все с реверширами покончено. И исходя из вот всего вышесказанного, что мы имеем на вот сегодняшний момент, вот на 13-е, хорошо, что не пятница, а то бы все легло в интернете. Вот 8 часов вечера, вот такая вот картина. Сделаем мини такой, ну, обзор, да, как уже говорилось. Вот этот вот проект, который есть у меня на канале Advertiser Junction, я говорил всем, не вкладывайте, и вроде никто ни одного пакета опять-таки не купил здесь. Это полный лохотрон в том плане, что, ну как, кто не знает, заходит, тут серфит, что-то смотрит, что-то там пакеты перепокупает. Я тоже перепокупаю пакеты, когда у меня есть время, там делать нечего. Но вот здесь, вот если вы видите, вот это. Я ни сегодня ни одного сайта не просерфил, ни вообще на этой неделе не просерфил ни одного сайта, но мне на почту приходит сообщение, что вам пришли начисления на купленные пакеты. Хотя по условиям тут надо серфить, чтобы приходили начисления. То есть даже это, ну, я специально не стал серфить несколько дней, но начисления идут. Так что здесь, ребята, вот на эти купленные пакеты, что у вас, ну это халява, да, обычная. Купили пакеты, делайте рекламу и ни копейки не вкладывайте. Кто увидит, там может на ваш баннер он тут будет или в серфинге ваш сайт кликнут, перейдут, там будете иметь реферала. Вот этот сайт уже, ну, окончательно стало ясно, что это так, для рекламы только. Ну, в принципе, и я говорил, что все свои вот эти ревшие проекты, почему я выбрал именно это направление, они хороши тем, что можно и рекламу делать, на другие сайты привлекать партнеров, и если получится, заработать что-то. Вот именно в этом плане они были мной выбраны. Так, закрываем это тоже. Ну и My Paying Gates тоже. Eden Traffic, у него пока PayPal есть на сайте, когда кликаешь по вот этой кнопке «Пополнить фонд». Как оно на самом деле, я не скажу, у меня PayPal не работает, как вы знаете. Ну, вроде пока что работает, и админ, если что, тоже выставляет вот здесь вот сообщение, если какие-то изменения. Опять же, перепокупка пакетов. Тут у меня происходит на все заработанное и накопление кредитов. Пока что достойного проекта нету, точнее есть, но ждем русского перевода. И пойдет вот здесь в рекламу. Другой проект, Traffic Adpack. Но здесь PayPal убрали, написали, что не будет PayPal. PayPal. Ну, чего греха таить, там, ну, многие из нас, даже кто и не работает с PayPal, все-таки его присутствие было, ну, какое-то там нам утешение. Потому что утешение в каком плане? Вливания делались в проект с PayPal, у проекта были деньги, и мы, кто не с PayPal, надеялись тоже заработать. А вот когда с PayPal вложение, ну, перестает работать PayPal, то и, как сказать, это становится вообще лотереей. Вложил, а вот выведешь или нет, это уже так, 50 на 50, орел и решка получается. Но проект начисляет, начисления идут.
Вроде и серфинг тут отлажен уже. Все, ну подробнее, если что, в воскресном обзоре я за этот сайт скажу. Что будет происходить, по моему мнению, опять же, сугубо моему мнению, вот этот сайт EasyHits4U, я буду продолжать его использовать как рекламную площадку, потому что на сегодняшний день ничего лучше этого не вижу. Ну, я не вижу. Будет этот сайт у меня, тут и какую-то мелочь можно подзаработать. Те, кто хотят вообще без вложений что-нибудь заработать, серфить и зарабатывать. По-моему, вот этот вот Pydverse воспрянет из пепла. Он сейчас так на плаву держится. У меня тут пятая группа или шестая, я уже не помню, но каждый день захожу, бабы, активность свою сохраняю. Все-таки здесь огромное количество участников. И мне кажется, сюда будут перетекание участников, какое-то оживление здесь должно все-таки произойти. Ну, это еще раз скажу, это лично мое мнение. Тут у них вот функция появилась, можно на биткоиновских кранах впрямую ставить свой адрес. Здесь можно получить вот с этой вкладки биткоин адрес и на кранах, чтобы там не переводить сначала на блокчейн туда-сюда, а прямо вот скопировал адрес и в кран вставил и собирай сатоши, и они будут приходить сюда на баланс. В общем, вот этот, по-моему, воспрянет. Ну и в конце этого ролика о проекте InfiniAI, вот на почту прямо недавно по времени, вот час назад мне пришло письмо с этого нашего блога, который предназначен для создания структуры. Здесь появилась вот такая вот страница, ребята и девчата, вот она. Вот перейдя по ней, можно увидеть состояние структуры. Вот этот участник сегодня подал заявку, пока я был дома, не уходил на работу. И вот пришел еще один участник. Я тут все их переместил в промо-акции, вот заявки на вступление в команду. Они сейчас попадают сюда. И что меня радует, в основном, она хоть и маленькая, вот эта команда, но начала создаваться дня два назад. Но, как сказать, я почти уверен, что любой участник знает, что тут халявы нету, тут работа. То есть это все участники у нас четко понимают, что они приходят в проект для работы. Теперь давайте откроем, и будет очень хорошо, если это не повторная заявка. Хотя я и просил Валерий. Нет, нету у нас такой заявки. Это новый участник. Скорее всего, да, Валерий будет или под Натальей, или под Надеждой. Если Дима, вы смотрите, надеюсь, этот ролик, и Надежду, и Наталью приглашали вы, по идее, ну так, по плану, вот новый участник должен быть рефералом Надежды. Но здесь вы можете решить, я немного подожду, можно его поставить под Наталью. Хотя вот эти три заявки, почему я говорю, вот Дмитрий сразу троих человек, ну, вместе пригласил. Они все трое зашли вместе. И поэтому я в некотором замешательстве, под кого поставить вот следующего участника, потому что, ну, мы договорились, что по времени вступления
наши ребята и девчата получают следующего участника под себя. Поэтому я еще раз сейчас свяжусь, попробую с Дмитрием, и окончательно вот новую заявку, она встанет или под Натальей, он, точнее, новый участник, встанет или под Натальей, или под Надеждой. И вот на этом, пожалуй, все с этим роликом. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.